Всем привет и добрый вечер. Дневник яхты Unicorn, 24 марта, 23 год. Еще один день на яхте. Сегодня опять была уборка полным ходом. Просто Песах, как никогда. Сегодня я доубирал кухню, и вычистил, вылизал, отполировал. И также свою большую кабину, мастер кабин и туалет с душем, который к ней принадлежит. Работа была на целый день. И много было всего. Основная проблема это в паёлах, даже не знаю, как это называется. Мелкие трюмы, такие подпольные камеры, в которых можно всякие вещи хранить. И яхта стояла больше 3 месяцев вообще без движения, без того, что кто-либо на ней был, и там было очень много плесени. То есть экономика, хлорка мне помогла, но проблема, я не знаю, как с этим бороться, что будет дальше. Влажность тут постоянная, как бороться с плесенью, я ничего не знаю, надо придумать, так что если есть идея, буду рад слышать. И работы много сегодня, даже не выходил на берег, только вечером пройтись немножко до супера, ужин сделать. А так все время на яхте, посмотрел 18 тысяч шагов, только крутясь на яхте, занимаясь уборкой и подготовкой. Планы дальше, завтра я буду дальше убирать, мыть кают-компанию, то что называется. И еще осталось 2 каюты. Сначала 1 каюту я уже сегодня высушил. Та каюта, в которой была дождевая вода, полностью высушил. Теперь буду ждать дождя, посмотреть, откуда все-таки капает. Ничего туда заносить не буду, чтобы решить проблему. Потому что если будет течь во время дождей, надо это решать. Ну, в общем, на сегодня все. Завтра планы грандиозные. Надеюсь, что я за 2-3 дня закончу уборку, и тогда можно будет начинать подготовку самой уже яхты, проверку всех технических деталей, двигателя, электроники и прочего, для того, чтобы готовиться к какому-нибудь первичному выходу в море. Всем спасибо, до связи!